Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией, мой видео носит только информационный характер. Сегодня у меня букс, называется PayBooks. Зарабатывать мы будем в долларах, без вложений. Я здесь уже зачитывать не буду. Вот тут пошли выплаты, я в него зашла на днях. Но один раз рекламку просмотрела, и что-то я не стала ни видео писать. Вот. И, если честно, иностранцы начали так его активно рекламить. Вот сегодня я вернулась к этому буксу. Значит, вот уже выплачено $10, почти 1000 пользователей. Народ стал подтягиваться. Сами тут уже это все прочтете. Но это АД-пакеты или как их там апгрейд делать, это по желанию. Но я не советую платежки. В самом конце у них здесь даже есть телефон. И написан Австралия. Но зато у них тут есть форум. Обязательно заходите, это все читайте. Так, значит, у них вот форум. То, что выплаты идут, как бы, у них. Так, выплаты вот это, payment. Нажимаем и читаем. Сейчас переведем на русский. И что? 7.03. Спасибо. Вывод 3.09. Потом вот 8.03. Кто-то комментарий. Потом вот еще 8.03. Такие вот комментарии. 9. И тут вот уже еще кто-то написал поздравляю. И администратор. Такие здесь комментарии. Регистрация здесь наипростейшая. Имя, логин, имейл, пароль. Ой, не туда нажимаю. Не помню, надо ставить галочку или нет. Зайдите в кабинет. Вот я просмотрела за один раз рекламки. 6 центов с половиной мне заплатили. Так, сейчас покажу самые основные моменты. Здесь все просто. Но это наша статистика. Здесь они написали, если вы разместите обзор сайта PayBooks на YouTube и получите 10 тысяч просмотров, вы получите $100 США. Но это они уже загнули. 10 тысяч просмотров. Господи, ужас. Ну ладно. В конце вот здесь находится также партнерская ссылочка. Далее зарабатывать деньги, посмотреть рекламу. Рекламки здесь не сильно и много. Давайте одну загрузим. Нас перебрасывает на страничку. Ждем, пока страничка загрузится. Сейчас она загрузится. И нажимаем на перевертыш. Ждем. Ищем перевертыш. Нажимаем. Нам зачет. Все. Таким вот образом просматриваем рекламу. Далее есть сетка. Так, это нам не надо. Так, возвращаюсь в мой аккаунт. Так, далее что? Вот у меня уже 7 центов стало. Так, это краткий отчет. Это вот это как бы наша домашняя страничка. Изымать минимум $2 на вывод. Вот. Вкладочка баннера. Также находится наша партнерская ссылочка. Вот она вверху. Ну и тут баннеры. Один баннер, второй, третий. Так, личные настройки.
прописываем здесь платежки PayPal, Perfect Pair, Bitcoin, прописываем Pair кошелек, сюда вставляем пароль, который указывали при регистрации, нажимаем послать. Так, все, ваши личные настройки успешно обновлены. Так, это я сохранила кошелек. Ну, здесь все такое. Прямые рефералы, арендованные. Это нам не надо. Это, ну, здесь история депозитов нам не надо. Заказов, история вывода. Ну, и все. Как бы. Вот такой вот букс. Хотите, работайте. Не хотите, не работайте. Я поделилась с вами информацией. Будет что выводить. Естественно, буду писать видео. Вот. Вкладывать, конечно, я никому не желаю, это не советую. Боже, избавив, в таких буксах работаю только без вложений. Выведу хорошо, не выведу, я ничего не потеряю, кроме времени. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч!